Слушай, братишка, мне тут этот на днях Эдриан Сторм позвонил. Кто? Андрюха Ветров. А этот норвег-то который? Да, да, с которым мы в Астории глядели. Ну и что ему нужно? Ну что-что, охрана наша требуется ему. Зачем ему наша охрана? Слушай, ну он как-никак сейчас как бы два титула носит, поэтому охрана ему нужна. Правила всем известны. Он платит, мы делаем. Следовательно, беремся. Беремся.